Слотокін. Королем може стати кожен. Пане Романе, також військовий експерт і полковник армії Великобританії у відставці Глен Грант каже наступне, що, власне, Путіну потрібна Україна, аби вести екзистенційну війну проти НАТО. Наскільки ми можемо погоджувати, що Україна є перехідною ланкою? Ну, це так називаємо війна проксі. То есть, если считать Россию, опять же, не Россия ведет, Россия — это прокси Китая, это Китай ведет такую прокси-войну с западной цивилизацией. Россия — это шестерка, это такая бешеная собака, а Путин — это вообще дрон Си Цзиньпиня, который выполняет задачу такую прокси. Ну, естественно, считается, что Украина в этом смысле прокси западной цивилизации. То есть и на нашей территории ведется война, такая прокси-война, опять же, с участием с одной стороны Китая, Ирана, Северной Кореи и России, с другой стороны западной цивилизации. Просто на нашей территории. Так сложилось вот именно в этот период, не на территории Грузии, где разгорелись конфликты, не на территории Ингушетии в свое время, если кто помнит, 92-й год, был конкретный геноцид ингушей россиянами. И этот народ потерпел большие потери человеческие. То есть еще, если брать с 92-го года, и вот считать, было несколько этапов, пробных этапов запуска этих конфликтов. И вот только в Украине Украина явилась таким серьезным противовесом российской экспансии против западной цивилизации демократической. Ну, а дальше уже идет эта война. Она однозначно проигрышная для России. Россия распадется, ее разорвет эта война, особенно послевоенные центробежные силы. Ну и вопрос по Китаю, скорее всего, станет вопрос по Китаю, потому что развал Росії, він все-таки по Китаю дуже сильно ударить. Ну, до речі, пане Роман, політико і експерти кажуть, що малі шанси на те, що ця війна призведе до розпаду Росії. Чому західні експерти в це не вірять? І ми розуміємо, що вони не знають, яка буде Росія після цієї війни. Відповідно, і не дають нам зброю далекобійну, а якщо й дають, то з зобов'язанням, аби не бити по території Російської Федерації. Сама война и даже поражение российской армии в Украине, она действительно не это будет основная причина развала России, не это. Сама война, она приведет к запуску следующих, окончания войны, уничтожения российской армии, восстановления государственности Украины, выход на границы 91-го года, приведет к запуску процессов судебных тяжб, определенных механизмов возврата контрибуций, репараций, восстановления Украины. Судебные процессы при таких подаче серьезных исков уже от украинцев, скорее всего, будут иски где-то по миллиону долларов на каждого, мы в свое время об этом говорили, а это 40 триллионов долларов. 40 триллионов долларов Россия не вытянет. И вот этот груз ответственности финансовой, который ляжет на Российскую империю, он приведет к тому, что национальные кластеры, они захотят его платить, они начнут такой процесс разрыва России. И по-другому просто не может быть. Ну, не будет Татарстан или Якутия, или там Бурятия платить эти триллионы долларов. Это будут реально очень большие суммы, потому что коллективные иски украинцев на геноцид, а за геноцид мы это уже говорим, наверное, как минимум полтора года, а то и 10 лет. С 14-го года он начался. Они зашли на Донбасс и начали вырезать украинцев, именно украинцев за проукраинскую позицию. То есть геноцид 10 лет уже как минимум идет российский. А это, естественно, суммы, и они могут быть просто неподъемные не только там для всей Российской империи, а тем более для таких
маленьких каких-то государств, которые будут выходить. Они будут выходить, потому что не захотят их платить, будут показывать на Москву, мы не участвовали, мы тут не при делах, это все в Москве решалось, ну и так далее и тому подобное. Потому вот это будет разрывать Россию, это однозначно разорвет Россию. Потому что одно дело какие-то военные поражения, а другое дело финансовый такой груз. А вот разрыв России сам по себе, он опасен не для западной цивилизации, он опасен для Китая. Разорванная Россия, особенно за Уралье, вот все, что за Уралом, это все ляжет на Китай, им придется эти осколки как-то контролировать, их придется кормить, их придется оккультуривать, а это зараженные таким российским мракобесием территории, и их придется китайцам как-то пропалывать. А это очень большой, еще больший, наверное, чем финансовое давление, тем более еще и придется отвечать перед украинцами, этим территориям, неважно, как бы они ни распадались, вопрос будет стоять именно по территориям. А это все ляжет на Китай. А то есть удар по Китаю развала России будет намного страшнее, чем любая война с Китаем или экономическая. Они просто не потянут. А так как, можно сказать, это не то, что сосед, они уже там практически взаимное проникновение произошло этого Китая на часть России, придется ему это все тянуть. И вот то, что развал России ударит по Китаю, это как раз выгодно западной цивилизации. Потому непонятно, откуда берутся такие, ну, такая информация о том, что там наши партнеры, демократические страны, противники развала России. Наоборот, они будут делать все, чтобы она развалилась. И это правильно, это грамотно. Это ударит по Китаю. А Китай – основной противник западной цивилизации. Именно эта китайская цивилизация, у нее своеобразный путь развития. Он, ну, мягко скажем, не демократический. Они еще зависли в старом коммунистическом видении развития. И они должны быть основным врагом. Да, они и есть основной враг Запад. Вот генерация идей о том, чтобы не развалить Россию, внедренная в западное общество, она внедряется как раз консервами российскими. И вы посмотрите, кто об этом говорит. В основном говорят о том, что Запад противник развала России, как раз российские консервы, те, которые в конце концов на стороне России в войнах и против Украины, на стороне террористов в войнах против того же Израиля. То есть это целый такой сбор, сброд российских ФСБшных консерв, которые проталкивают эту тему. Западная цивилизация за то, чтобы развалить Россию и осколки повесить за Уралье, повесить на Китай.